Анастасия Чернова, Россия, отречение. Исполняет лауреат международных конкурсов Иван Царев. Анастасия Чернова, Russia, renunciation. Performed by the laureate of international competitions, Иван Царев. Добрый день. Меня зовут Чернова Анастасия, мне 20 лет, и я из Москвы. Учусь на четвертом курсе теоретического отделения музыкального училища при Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Меня всегда завораживал тембр органа и его колоссальные возможности. Давно была мечта прикоснуться к этому инструменту и что-то для него написать. Сейчас есть несколько пьес для органа, в том числе в составе ансамбля. Специально для этого конкурса была написана пьеса «Отречение» на евангельский сюжет об отречении апостола Петра. И построена она вся на теме петуха, как символ этого крика. Мне хотелось показать именно психологический аспект этого сюжета. Троекратное отречение, где тема повторяется в педали на разной высоте, и нарастающее безумие в конце. Ощутить всю тяжесть падения, угрызение совести и отчаяние. То, что может быть знакомо каждому человеку. Я рада, что эту пьесу оценили, что она прошла в финал конкурса, и ее услышат люди из разных городов и стран. Хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса, идейных вдохновителей, их единомышленников и членов жюри. Всех, кто оказывал содействие и поддержку этому культурному проекту. Конкурс «Новые классики» несет очень важную миссию — открытие новых имен среди современных композиторов. Было бы интересно услышать комментарии от профессионального музыкального сообщества, наших мэтров органного искусства, а также от слушателей, если произведение найдет отклик в ваших сердцах. Спасибо.